Добрый день, спасибо большое, что вы все пришли. Мне даже как-то неудобно, потому что я вряд ли могу назвать то, что я сейчас скажу, некоторые лекции по той причине, что говорить о нигилизме в виде лекции довольно сложно, потому что речь пойдет о некотором, так сказать, отсутствии, о некотором ничто, которое, собственно, и составляет сердцевину самой проблемы нигилизма. И довольно странно еще в такую прекрасную погоду и в таком прекрасном месте говорить об этом ничто, об этом отсутствии. И для начала я попытаюсь для себя и для вас сформулировать, а почему вдруг об этом нужно говорить сегодня, интересно говорить сегодня. В 1940 году Мартин Хайдеггер, известный немецкий философ, пишет свою работу, это была его лекция под названием «Европейский нигилизм». В этой работе он начинает ее, открывает ее с того, что цитирует сразу фактически трех русских авторов, как одних из важнейших авторов и основателей концепции европейского нигилизма. Это, нужно сказать, что это довольно редкая вещь, когда крупнейший европейский мировой философ 20 века для того, чтобы начать разговор о какой-то проблеме, начинает это с цитирования сразу трех русских авторов. Эти три русских автора — это Тургенев, Достоевский, ну и косвенно через Достоевского Пушкин. То есть вот эти три имени для Хайдеггера являются ключевыми для того, чтобы войти в проблему нигилизма. Я еще на этом остановлюсь. Сейчас бы я хотел сказать вот о чем, что всю свою лекцию Хайдеггер в основном посвящает анализу философии Ницше, и вообще он полагает и доказывает, что Ницше является главной фигурой для понимания того, что такое европейский нигилизм. Так вот, если говорить совершенно о сегодняшнем дне, мне вдруг в какой-то момент показалось, что мы все опять возвращаемся в круг понятий и в круг мифологем, образов и символов, которые придуманы Ницше и которые составляют его концепцию как бы нигилизма. Что я имею в виду? Если вы обратили внимание, то последние полтора-два года одно из любимых слов, которыми характеризуется некое состояние умов в России, в мире, является слово «ресентимент». Это ницшевское понятие, которое означает, Ницше так его сам расшифровывает, мстительную память, или память, которая вспоминает то, с помощью чего можно, или содержательность, с помощью вспомненного можно кому-то отомстить, кому-то нанести негативное влияние на что-то. Да? То есть возможность говорить о прошлом не просто как о негативном опыте, а как опыте, который может быть источником какого-то мстительного разбирательства с кем-то. Да? И этим словом «ресентимент» сейчас довольно много и журналисты, и аналитики используют его для того, чтобы говорить о состоянии, например, российского сознания в последние полтора-два года. Еще одно слово, которое, мне кажется, важным из словаря Ницше для того, чтобы понять, что сегодня, почему сегодня можно говорить о ресентименте, это, как ни странно, слово «молот» или «кувалда», потому что ницшевская концепция нигилизма предполагает его знаменитое выражение «философствование молотом». Что это означает для Ницше? Философствовать молотом значит использовать это орудие в двух смыслах. Первый смысл – это высекать из какого-то твердого материала с помощью молота и стамески, высекать форму, то есть из чего-то неопределенного, аморфного, делать что-то формальное и определенное, да? Но второй главный смысл, который имеет непосредственное отношение к теме нигилизма, это молотом герой Ницше проверяет, пустая эта вещь,
Нет ли, есть ли в ней, как говорит Ницше, всегда ожидаемая нами пустота, бессодержательность, да? Мы простукиваем молотом, как простукивают молотом, молоточками гномы в горах, ища какую-то жилу с золотом или драгоценным камнем. Так вот, этот молот нужен для того, чтобы понять, пустая эта вещь или в ней есть какое-то содержание. И, конечно, вот вся эта символика, которая на нас сегодня нас окружает, связанная с молотом, музыкой Вагнера и фигурой Ницше, это тоже делает актуальным разговор о нигилизме. Но самое, пожалуй, важное, что мы должны понять, начиная разговор о нигилизме, это то, что нигилизм связан с проблематикой, как я уже сказал, ничто. То есть проблематикой того, что, как ни странно, в русском сознании имеет совсем-совсем небольшое представительство. То есть, на мой взгляд, русская философия, русская традиция, культурные, мыслительные традиции, художественные традиции очень редко имеет дело с тем, что в европейской, особенно в немецкой традиции, получило название «ничто». Ну, все мы знаем, как определяется Пушкин в произведении Аполлона Григорьева, известного критика XIX века, который говорит, Пушкин — это наше все. Но здесь нужно помнить, что когда Григорий говорит о Пушкине, что он наше все, что он имеет в виду, как шеллингианец, как наследник и читатель философии Шеллинга, он под все имеет в виду то, что немцы называют «das all», то есть все, не в смысле перечня всего, что есть, да, а в смысле чего-то особенного, что является как бы концентрацией всего, да, но при этом остается особенным и отдельным, да. Так вот, в немецкой традиции «das all», понятие «das all», симметрично понятию «das nichts» или «ничто», то есть там, где мы имеем и рефлексируем все, как некую наполненность, выраженность чего-то, да? Там же оборотной стороной этого является дазнихт, то есть оставленность, пустота и беспредметность, да? С которой мы сталкиваемся как с необходимой стороной вот этого всего. Вернемся к Хайдеггеру. У Хайдеггера есть работа, которая называется «Что такое метафизика?». И там он вводит понятие «ничто» через три состояния, которые настигают человека в разные периоды его жизни. Первое состояние Хайдеггер называет «скукой». И он говорит, что скука бывает разной. Бывает скука, например, просто от того, что вам от чего-то скучно. Например, от ожидания чего-то или от повторения какого-то однообразного порядка вещей. А бывает скука, говорит Хайдеггер, которая вызвана ничем, просто неким непонятным, непреднамеренным как бы явлением, которое вдруг рождает в вас ситуацию какой-то скуки от непонятно чего. Вот эта скука, говорит Хайдеггер, переходит в состояние, которое особенно понятно в русском контексте, которое называется тоска. Тоска углубляет вот эту вот как бы скучность, как беспредметная, не ориентированная на какое-то определенное причину или основание состояния нашего сознания. Нам просто бывает тоскливо. И мы не можем объяснить, от чего нам тоскливо, говорит Хайдеггер. И, наконец, сердцевиной или самым как бы точным определением того, к чему эти состояния ведут, скуки и тоски, является, говорит Хайдеггер, состояние ужаса. Вот ужас нам ужасно, совершенно точно, говорит Хайдеггер, всегда от чего-то неопределенного. То есть ужас постигает нас, как примерно мы это знаем по романам или фильмам, написанным в жанре нуар. То есть жанр нуар, где есть
вот это постоянное напряжение, концентрация какого-то ужаса, но при этом мы не понимаем, как бы, и герой этого фильма, идущий, например, по вечернему городу, по пустынным улицам, он не понимает, от чего его подстерегает вот это состояние тревоги или ужаса, которое вдруг обрушивается на него. И, говорит Хайдеггер, это состояние приводит, именно оно приводит нас к пониманию, что такое ничто. Я начал с работы Хайдеггера «Европейский нигилизм», где упомянул, что он цитирует двух авторов, Тургенева и Достоевского, как тех, без которых, без текстов которых невозможно понять, что такое нигилизм. Начнем с Достоевского. Нужно сказать, что Хайдеггер цитирует довольно редко читаемую вещь у Достоевского, а именно его комментарий собственный к знаменитой пушкинской речи, которую Достоевский прочел в 1880 году, которая вызвала настоящий восторг у аудитории, потому что в этой речи Достоевский попытался примирить, казалось бы, непримиримые русские партии. Это партии славянофилов и забытников. Примирить, обращаясь к фигуре Пушкина. И вот в объяснительном, пояснительном тексте к этой речи Достоевский, и это цитирует Хайдеггер, говорит о том, что одним из главных открытий Пушкина состояло следующее. Пушкин, говорит Достоевский, открыл то, что он назвал отрицательным типом в русском, в русской литературе или в русской культуре. И этот отрицательный тип у Пушкина, говорит Достоевский, представлен сначала Олеко, а затем Онегиным. Что такое отрицательный тип, и почему это связано с нигилизмом, как его понимает Хайдеггер и как его понимает Ницше. Отрицательный тип – это тип, который, говорит Достоевский, будучи порождением некоторого своего культурного контекста, культурного мира, он полностью отрывается от этого мира и как бы пытается, оторвавшись от этого мира, пытается найти себе какой-то другой мир, в котором, который бы его принял и который бы больше соответствовал его желанию свободы и независимости и автономии. Олеко ищет этот мир у цыган с их как бы свободным таким духом, да? Онегин, как известно, ищет это в путешествиях, в стремление уйти от надоевшего ему мира провинциальной или светской петербургской жизни. Но в любом случае, по мнению Достоевского, эти две фигуры, и Олеко, и Онегин, порывают с тем, что Достоевский называет своей родной народной культурой. Какой бы она ни была, она твоя родная, и ты как бы порываешь с ней в поиске чего-то иного, ты бежишь от нее, но в результате ничего не получаешь. То есть ты как бы оказываешься наедине перед некоторой пустотой, оторвавшись от одного и не примкнув к другому. Олеко, если вы помните, не находит своего счастья в цыганском таборе, он не находит там как бы людей, которые бы поняли его, которые бы сделали его таким же, как они сами. То есть он фактически теряет свое «я». Вот. А Онегин не находит покоя ни в любви к Татьяне, ни в возвращении, ни в понимании того, что он потерял, может быть, свою самую важную человека в своей жизни, и он тоже теряет себя. То есть, отрываясь от этой народной почвы, он теряет себя. Достоевский противопоставляет этому позитивный тип, как он говорит, это тип Татьяны, которая как бы вот выросла, по его мнению, из народного духа, из народной почвы, и в этом смысле она является антиподом нигилизма. Что важно здесь для Хайдеггера? Для Хайдеггера важно понятие негативный тип. То есть он не очень вдается в определение Достоевского и в его анализ Пушкина. Для него важно, что Достоевский впервые в истории мировой культуры рождает такое странное понятие негативный тип. Что означает негативный тип? Негативный тип — это тип, который... И вот дальше начинается метафизика.
который не просто отрицает, как говорит Достоевский, отрицает свое родное, а который находится в поиске того, что Хайдеггер называет ничто. Он как бы сталкивается с ничто, как с желаемым для него пределом всего того, что ему знакомо, известно, что ему наскучило, что вызывает у него тоску, а иногда и просто ужас. И вот эта встреча с ничто в случае отрицательного типа, русского отрицательного типа, является наиболее важной характеристикой нигилизма. Можно вспомнить в этом отношении и второго героя, который цитирует Хайдеггер, это Базаров, который в разговоре с братьями Кирсановыми, когда они говорят, вы что же, отрицаете все ценности, и даже они не могут принести имя Бога, он говорит, все. И это тоже говорит Базаров, я отрицаю все. Вот этот тезис Базарова о том, что он отрицает все, означает для Ницше, для Хайдеггера, означает то, что отрицающий все человек становится один на один с некоторой пустотой, с некоторым как бы низвержением ценностей, и в этом предстоянии этой пустоте он обретает свою свободу. Так считает Хайдеггер, так считает Ницше. Для того, чтобы понять, в чем это, состоит эта свобода, я перескочу к еще одному герою русской литературной сцены, русской культурной сцены, недавно, соответственно, недавно ушедшему от нас Эдуарду Лимонову. Для меня Лимонов является продолжателем вот этих вот русских типов искателей свободы, искателей ничто. Не знаю, знаете ли вы, что одним из таких лозунгов, который висел в бункере Лимоновском московском, был лозунг «До смерти». То есть нигилистическая позиция предполагает не просто отрицание уже имеющихся ценностей, отрицание какого-то своих корней, например, или своих национальных каких-то характеристик, того, что уже есть в качестве ценности, одобрено многими. А это предполагает, что это отрицание связано с тем, что та пустота или то ничто, с которым сталкивается отрицающий, является тем, чему нужно сказать «да». То есть отрицание – это не просто «нет». Нет тому, что называется старыми ценностями, старыми идеалами и так далее. Отрицание – это говорение «да» тому, что составляет нечто неизвестное, нечто негативное, нечто, что является вызовом для любого человека в виде его возможного будущего, но еще не реализованного. И вот здесь мы должны с вами как-то подумать, мне кажется, для того, чтобы понять, что такое русское нигилистическое сознание, должны подумать о том, что в философии Ницше называется вечным возвращением, и то, что Хайдеггер, один из важнейших исследователей и аналитиков философии Ницше, считал самой важной, самой глубокой идеей философии после философии Платона, после его идеи идей. Что такое возвращение того же самого, вечное возвращение того же самого? У Ницше с этим связано очень много образов, особенно в его Заратустре. Что здесь очень важно понять и от чего нужно себя предостеречь в понимании ницшевского возвращения, вечного возвращения? Вечное возвращение того же самого не есть то, что мы наблюдаем или какой-то воображаемый субъект может наблюдать в качестве происходящего перед его глазами. Ну, например, очень многие, включая, например, там писателей современных русских, говорят, что в России все возвращается, да? Например, или где-то еще все возвращается. Вот
была там, был либеральный период в России, сейчас наступает период реакционный, консервативный, затем опять вернется либеральный и так далее, и так далее. Такое колесо сансары, где все возвращается. Вот никакого отношения к идее Ницше о вечном возвращении эта концепция не имеет. Что важно для Ницше в идее вечного возвращения? Что вообще такое вечное возвращение того же самого? Вечное возвращение для Ницше – это ситуация, которая, прежде всего, чтобы ее понять, мы должны задать вопрос, для кого возможно вечное возвращение. То есть вечное возвращение – это не объективный процесс, это не то, что как бы вот связано с возвращением каких-то исторических или там еще каких-то черт времени там, или особенностей социального устройства и так далее. Вечное возвращение – это всегда вопрос о том, кто является субъектом этого вечного возвращения. И Ницше говорит, что субъектом вечного возвращения является сверхчеловек. Опять же, сверхчеловек – это не Супермен из фильмов американских и не какой-то там Уберменш, да? Сверхчеловек – это человек, у которого есть один важный талант. Он ставит себя все время, пытается поставить себя в точку, где происходит какое-то решение. То есть он все время рассматривает мир как мир, состоящий из моментов, где на нем прямо происходит необходимость принимать решение. Принимать решение относительно того, как будет выглядеть будущее, причем ближайшее будущее. Вот в этой точке принятия решения и происходит возвращение того же самого. Это возвращение всегда связано с тем, что у нас у всех, или у многих, или у совсем немногих, но в какие-то моменты жизни мы можем себе задать вопрос. Хотим ли мы, чтобы вот наше нынешнее состояние, например, состояние опьянения, или состояние влюбленности, или состояние какого-то, восторга перед чем-то, да, чтобы оно повторялось вечно. Вот хотим мы этого. Если мы говорим, да, мы этого хотим, мы принимаем решение, и мы выстраиваем всю свою жизнь, исходя из этого принятого решения. Это и есть вечное возвращение. То есть вечное возвращение отсылает еще к одному идее Ницше, идее воли к власти. Воля к власти – это не воля к политической власти, не воля кем-то командовать. Воля к власти означает решимость выбрать что-то и как бы реализовать это что-то в своей жизни, в своем как бы движении, в своем становлении как человека, как личности и так далее. И вот если мы так поймем вечное возвращение того же самого, то можно сказать так, что вся русская традиция 20 века дает нам огромное количество фигур, и политических фигур, и фигур из литературы, и фигур из искусства, которые периодически находятся в этом состоянии вечного возвращения того же самого. То есть возьмем ли мы политические фигуры типа Ленина или Троцкого, возьмем мы фигуры из литературы, например, Платонова или Липавского, да, или того же упомянутого Лимонова. Мы в их творчестве для того, чтобы понять, что такое русский нигилизм и что такое как бы вот эти понятия, которые формируют объем понятия русский нигилизм, то есть понятие воли к власти, вечного возвращения того же самого и так далее, нам очень важно анализировать их творчество с точки зрения вот этих моментов, когда они в своем творчестве принимают некое решение, некое бесповоротное, судьбоносное решение, которое, и вот я ввожу еще одно понятие, связанное с нигилизмом и с понятием круга вот этих нигилистических терминов, это понятие amor fati или любовь к судьбе. Очень ницшевское тоже понятие, но он берет его, заимствует из стоической философии. Что такое amor fati или любовь к судьбе? Amor в случае данного выражения означает не любовь, в смысле, вот как мы понимаем любовь, а волю. Волю к судьбе, да? Волю, чтобы то, что существует, было именно таким, как оно существует. Вот это очень интересный тезис у Ницше. То есть мы-то думаем, что ну и существует. Нет, говорит Ницше.
чтобы оно существовало так, мы должны этого очень сильно хотеть. И вот это наше очень сильное желание, чтобы существовало именно так, как оно существует, это и есть амор, выражение амор фати. Что такое судьба в этом выражении? Судьба означает не что-то такое безличное, да? А судьба означает именно то, что ты выбираешь в качестве предмета своей страсти. То есть то, чего ты вожделеешь. Да? До этого вожделения никакой судьбы нет. То есть именно твоя страсть, твое сильное желание делает нечто твоей судьбой, говорит Ницше. И в этом отношении как бы нам важно соединить вот этот круг понятий для того, чтобы приблизиться, хотя бы приблизиться к пониманию того, что такое нигилизм. Нигилизм не есть банальное отрицание старых ценностей, банальное отрицание идеалов, там, банальное превращение чего-то в такую позитивно-прагматическую, вульгарную, циничную позицию. Да? Нигилизм – это гораздо более сложное явление. И нигилизм всегда связан с тем, что я вот попытался сейчас очертить этими понятиями, всегда связан с вечным возвращением, как возвращением момента судьбы, момента выбора и момента, как бы, который производит то, что мы можем назвать реальностью. Вот как ее понимает Ницше. То есть реальность – это не просто некая банальная данность, вот то, что есть у нас перед глазами. Да? Реальность – это то, что мы всегда создаем своим выбором, своим решением и то, что мы превращаем в свою собственную судьбу. Возвращаясь к Достоевскому и к Тургеневу, очень важно понимать, что у такого понимания реальности есть свой антипод. И у Ницше, и у Достоевского, и у Тургенева есть очень интересные антиподы, которые Ницше называет последними людьми. Последние люди – это люди, которые, по мнению Ницше, предполагают, что все как есть, так и будет, все движется само собой. Никаких решений не нужно, да? Нужно просто, ну, как бы приспособиться к жизни, и все будет окей. Я вам хочу напомнить, что роман Тургенева «Отцы и дети» заканчивается эпилогом. Базаров умирает, его пожилые родители приходят на его могилу. Это конец романа. В эпилоге автор говорит о том, что случилось с оставшимися в живых героями. С братьями Кирсановыми, со всеми остальными героями второго, третьего плана. И там есть такой человек в этом романе, которого зовут Петр. Он камердинер у Кирсановых, он их слуга. Братья Кирсановы – это вот отец и родной дядя Аркадия, которому, помните, Базаров говорит: «Аркадий, не говори красиво». Вот. И, ну, я просто напоминаю какие-то ходы романа, да, если кто забыл. Так вот, этот Петр, это их камердинер. Он фигурирует в эпилоге. Тургенев пишет о нем так: Петр очень сильно разбогател. И сейчас он настолько стал корпулентным, богатым мужчиной, что вместо слова «обеспечен» он говорит «обеспечен». «Я обеспечен», говорит Петр. Вот это и есть последний человек, да? У Толстого в романе «Война и мир» есть описание семейства Бергов. Если кто-то забыл, Берг – это муж старшей сестры Наташи Ростовой Веры. Это человек, и вообще описание этого семейства очень важное для понимания того, что по-настоящему ненавистно Толстому. Так вот, Толстому ненавистен не Наполеон и не французы, которые захватывают Россию. Ему ненавистно семейство Бергов, потому что это по-настоящему семейство настоящих людей, единственный как бы интересом которых является сбережение денег и рачительное отношение к материи, да, к уюту. Это такое немецкое вот понимание гемюта, уюта, накопления денег. И вот это все подробно очень описывается. Это скупердяйство, это любовь к быту,
это полное отсутствие каких-нибудь интересов, выходящих за пределы быта. Вот это семейство является у Толстого вот тем, что Ницше называет «последние люди». Нигилизм – это то, что оппонирует последним людям или пытается им оппонировать, да? И в этом смысле это такая, я бы сказал, взвинченно-романтическая позиция. Меня очень долго волновало то, что я про себя называю таким русским тоном или русской интонацией в русской революции. Однажды мы с женой попали в такое место в Будапеште, которое называется House of Terror. Это место, посвященное истории оккупации советскими войсками, история террора в Венгрии. Вот. И туда привозят школьников, они смотрят видео, где рассказывается об оккупации во дворе этого дома. Это бывшее здание тайной полиции КГБ Венгрии. Да? Во дворе этого дома стоит такая башня советского танка, которая как бы обливается слезами из фонтана. Вот. И посетив этот музей, я вдруг понял, что главная претензия, может быть, венгров к советскому проекту заключается в том, что в этом проекте есть что-то невероятно романтическое, что никак не увязывается с простой человеческой потребностью в счастье, воспитании детей, в поддержании как бы дома, уюта и так далее. И вот в этом, мне кажется, есть некая загадка вот этого взвинченного тона, который был в русской революции и потом каким-то образом реализовал себя и в попытке экспорта, не просто революции, а экспорта этого особого типа романтизма, особого типа нигилизма, да, в том числе, в соседние страны. Я не знаю, что с этим делать, я просто даю свое наблюдение вот тому, что мне кажется, о чем интересно было бы подумать, да, потому что приведу еще один пример из русской литературы, это знаменитое выражение «русские мальчики» в романе «Братья Карамазовы» Достоевского. Беседа, знаменитая беседа Ивана и Алеши в трактире, где Иван рассказывает легенду о великом инквизиторе, но там появляется вот это понятие «русские мальчики». Кто такие русские мальчики? И почему для меня это очень важный термин? Потому что я считаю, что и Троцкий, и Ленин были такими русскими мальчиками. И Сталин во многом. Русские мальчики – это мальчики, которые любой разговор превращают в разговор о существовании или несуществовании Бога. Вот так примерно говорит Иван. Вот говорим вроде там, не знаю, о чем-то очень простом, человечном и понятном, и вдруг бабах, и начинается разговор о том, есть Бог или нет Бога. То есть вот эта возможность убрать со стола все карты, да, сдвинуть все фигуры и начать разговор о том, что считается самым главным, и без чего ни одна другая проблема не может быть решена, это, конечно, то, что почувствовал Ницше в Достоевском, и то, что он использует в своей концепции европейского нигилизма. Я хочу уже как-то завершать, приближаться к завершению, и понятно, что вот эти наброски мои вокруг темы русского нигилизма, это именно что наброски, у меня нет никаких готовых выводов. Я предлагаю подумать над этим, используя понятия, которые я сейчас предложил, углубляясь в эти понятия. Я даже могу порекомендовать вам, как ни странно, почти нет литературы, отдельно посвященной русскому нигилизму, но существуют как бы те авторы, которые я считаю очень важны, это уже упомянутый Хайдеггер, Ницше и Достоевский. Очень важно, мне кажется, отследить вот эту интонацию русского нигилизма в абериутах, особенно в текстах любимого мною философа и поэта Леонида Липавского. Особенно я рекомендую его текст под названием «Исследование ужаса». Тем не менее, завершая, хочу сказать, что тема ничто, тема пустоты, тема ужаса, которая фигурирует во многих русских текстах, например, знаменитый «Арзамасский», «Ужас Льва Толстого» и так далее,
она не является центральной темой для русской культуры. Русская культура все-таки очень сильно позитивно настроена. Она очень сильно настроена платонизирующим образом. Она настроена на бытие, как Сартр говорил, бытие в себе. На такое плотное, заполненное, переливающееся всеми красками бытие, как наличное, как что-то данное, как что-то распираемое своими энергиями и силами, да? А вот это уничтожение этого бытия, это ничто, это отдельная, довольно маргинальная тема. И тут я хочу завершить апелляцией к тому, что... И вот дальше я хочу сказать, это невозможно цитировать, к сожалению. Хотя это изданная книга, причем не одна, а 18 томов, огромное собрание дневников русского писателя второго ряда Михаила Пришвина. Эти дневники выходили в течение конца 90-х, 10-х годов. И сейчас это 18 томов ежедневной хроники жизни, начиная с 905-го и кончая 54-м годом. То есть вся первая половина века описана русским человеком, русским писателем в подробных переживаниях каждого дня. Об этих дневниках уже есть литература, но для меня самое важное в этих дневниках – это попытка Пришвина понять, что произошло с Россией в 30-е годы. Вот в этом повороте к... Ну, повороте, назовем его так, не будем ему давать определение, когда начинается коллективизация, начинается борьба с религией, начинается радикальное перестраивание самого социального организма России, да, Советского Союза. И вот здесь Пришвин, который получил образование в Германии, который прекрасно начитан и в философии, и в, естественно, прекрасно знает Ницше, который был писателем популярнейшим в России, которого очень был Горький, Леонид Андреев, и вообще-то был один из самых читаемых авторов начала 20 века. Так вот, Пришвин пишет там о том, что в дневнике за 32-й год, что европейский нигилизм, нигилизм Ницше, это нигилизм головной, такое головное, во многом выдуманное отрицание, да, отрицание идеалов, старых идеалов и так далее. И что есть настоящий русский нигилизм. И дальше он пишет такую вещь. Этот нигилизм есть в улыбающемся оскале русского народа. И это, говорит Пришвин, есть, и вот дальше он выражается матерно. Он говорит, это есть полное нифига. Ну, понятно, да, там другое слово, да? И вот это полное нифига до полного уничтожения всего. И есть, по его мнению, некая загадка русского нигилизма. То есть по Пришвину русский нигилизм – это совсем не интеллектуальная проблема. Это проблема способности русского человека, как считает Пришвин, вдруг проявившийся, он не совсем представлял масштаб этой способности. Способности сделать жизнь просто наполненную следами уничтожения всего, что делает жизнь возможной. И в дневнике за 35-й год у него есть очень странное описание своего опыта пребывания на севере, на Онеге. В одном месте он остановился на ночевку в доме, который, по-моему, называется «Дом колхозника». Ему и его компаньону дали две койки в этом доме. И дальше Пришвин описывает чудовищное неудобство, невозможность вообще существования в этом пространстве. Он детально описывает, как дико, дичайше там сделана кровать, как все скрипит, как все продувается ветром, как там невозможно согреться, как это пространство просто делает все для того, чтобы человек не мог там выжить просто ни минуты, ни секунды. И вот мне кажется, этот ужас перед вот такого рода пространством, да, это и есть какой-то фантом Пришвина, всех его дневников, да, как некий ужас перед вот этой невозможностью того, что в немецкой традиции, которую он прекрасно знал, и он жил там долго, называется гемют. Гемют как некий
как некая теплота и уютность жизни, как некая, ну вот у Набокова это еще называется пошлостью, да, вот салфеточки, чистые полочки, крахмальные скатерти, теплый чай там, вечерний как бы разговор, то есть такой вот, такая уютная, домашняя, теплая жизнь, и вдруг, считает Пришвин, она оказывается невозможной. То есть вот эта жизнь все время в России оказывается под огромным вопросом. Почему? Да потому что для русских мальчиков это вообще не является проблемой, а это является скорее тем, что должно быть преодолено. То есть этот гемют, этот уют, эта теплота должна быть преодолена в каком-то более высоком, более, что ли, важном состоянии человека, для которого вот это все оказывается уже неважным, недостойным и неинтересным. Это вызывает у Пришвина огромное напряжение, и он описывает, там, особенно в 30-е годы, он описывает акты такого уничтожения, например, колоколов в Троице-Сергиевой лавре, как акты очевидного как бы для него и в то же время необъяснимого автовандализма, самоуничтожения. Вот. То есть уничтожаются колокола там 17 века, при этом даже в этом уничтожении есть что-то, что называется такой удалью. Да? То есть уничтожается еще с таким как бы удалым как бы моментом. Вот это его как бы абсолютно фасцинирует, да, в каком-то смысле, вызывает удивление и невозможность объяснить это. Да? Вот такой сюжет, который как бы делает важным для меня эту фигуру, хотя фигура явно не столь важна, как может показаться при чтении этих огромных собраний его дневников. Да? Ну вот такие мои наброски, я бы как бы поставил здесь точку, и может быть есть какие-то отклики возможные на то, что я сказал. Я думаю, что я специально не называл каких-то вещей, которые многих из нас сегодня волнуют, да, и не давал, старался не давать никаких оценок, да. Но мне кажется, что вот в проблеме нигилизма сконцентрировано что-то такое, что составляет очень важную особенность русской культуры 20 века, 19-го, второй половины 19 века, 20 века и начала 21 века. И что, пожалуй, не может быть, вот, по крайней мере, я не вижу каких-то средств, может быть, очевидных средств, которые бы эту проблему сняли, разрешили и сделали бы неважной. Да? Это проблема вот нигилизма как некоторого выбора судьбы и выбора такой довольно беспокойной и неуютной, но очень высоко духовной как бы позиции в жизни. Вот я бы так это назвал в качестве вызова русского нигилизма всему остальному миру. Большое спасибо, Александр. Если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку, я подойду к вам с микрофоном. А вот что вы думаете о связи все-таки нигилизма и фатализма? Да, хороший вопрос. Я думаю, что эта связь, безусловно, существует. Но вот тот фатум, о котором я пытался говорить, говоря о аморфате, ницшевском аморфате, да, это немножко другой разворот вообще разговора и думания о фатализме. Да. То есть фаталист, вот как он есть в русской классической литературе, это не просто тот, который говорит, ну, как бы, как говорили стоики, согласных судьба как бы ведет, а не согласных тащит. Да? То есть тот, кто судьбу выбирает и говорит, да, судьбе она ведет, как бы под руку, да, а те, кто говорит, не-не-не, я отрицаю судьбу, она их все равно ведет, но так насильственно тащит. Да? И вот эта тема, как бы,
ведомых и тащимых, да, судьбой, она, мне кажется, очень важна для разговора о фатализме. То есть фатализм как то, что принимается как свой выбор, как свое совпадение с некоторой как бы судьбой, да, это одна история. Фатализм, который принимается как некое отрицание этой судьбы, как бегство от этой судьбы, и все равно совпадение с ней, это другая история. Приведу простой пример из современных как бы масс-медиа. Это ситуация с так называемыми хорошими русскими. То есть хорошие русские оказались под главным ударом сегодня, будучи эмигрантами, они оказались под главным ударом вот этой как бы неприязни России сегодняшней. И они несут на себе все как бы вот эти моральные и прочие траты, связанные с тем, что им приходится отвечать за то, за что они отвечать не хотели бы. И вот в этом есть парадокс судьбы, да? То есть ты уходишь от этой судьбы, ты хочешь выбрать другую судьбу, ты хочешь не совпадать с судьбой своей страны, и она тебя все равно догоняет в виде того, что тебе приходится за нее отвечать. Как? В этом, мне кажется, невероятная, ну, глубина проблемы судьбы. То есть судьба — это не просто то, что мы выбираем, а то, что мы умеем, как бы, чему мы умеем, выбирая, противостоять. То есть мы как бы выбираем то, что нам не нравится. Мы говорим «да» нашему «нет». Вот в этом невероятный парадокс проблемы судьбы. Но, грубо говоря, нам многим может не нравиться то, как сейчас ведет себя Россия в Украине. Но мы говорим этому «да», мы говорим этому «да», признавая, ну, как бы, наше общее «нет» этому. То есть мы говорим, как бы, я не могу даже это точно сформулировать, мы как бы говорим, к сожалению, это происходит, мы не одобряем этого, но мы не можем не сказать этому «да», потому что мы русские. Вот в этом парадоксальность нашей ситуации. То есть мы говорим сначала «нет», а потом говорим «да». И пытаемся вот разместиться между этим «да» и «нет». Вот в этом, мне кажется, является нам судьба. Вот. А не в том, что мы просто выступаем против войны или просто говорим как бы с другой позиции. Да? То есть как бы мы как бы распяты между... И в этом наша судьба. Мы как бы распяты между тем, что мы остаемся хорошими или плохими русскими, мы остаемся русскими. И это как бы делает наш выбор вот таким парадоксальным. Судьба и есть этот живой, сквозь нас проходящий парадокс. Вот. И как бы другого выхода, кроме как признания этого парадокса и существования внутри этого парадокса, я просто не вижу. Еще вопрос короткий. Скажите, здравствуйте. А получается, Тайлер Дёрден, он тоже типа нигилист? Кто, простите? Тайлер Дёрден, это из бойцовского клуба. Да-да-да, вспомнил. Слушайте, но словом нигилизм, вообще-то я зря этого не сказал, да? Это как бы есть такое словарное, но обычное определение того, что такое нигилизм. Нигилизм — это некое отрицание существующих ценностей. Ну, то есть мы говорим, как бы, мы там, допустим, отрицаем ценности религии, отрицаем ценности там этические, там еще какие-то, мы нигилисты, да? Но уже как бы Ницше говорит, что, ну, слушайте, это же так банально отрицать ценности. Нужно же как бы противостоять каким-то своими ценностями, этим отрицаемым ценностям, да? И то же самое в бойцовском клубе, да? То есть как бы... Грубо говоря, они отрицают какую-то буржуазность, ну, то, что вот не любим, как не любят герои этого фильма. Они не любят вот этот, то, что немцы называют гемют. Это как бы такое вот буржуазное существование, да. Они этому противопоставляют некий театр жестокости, который они сами придумывают. То есть они не в реальности хотят изменить эту буржуазность, они хотят как бы экспериментировать с жестокостью, да, для того, чтобы хотя бы в этот момент, в момент как бы
взаимо как бы избивание, да, преодолеть вот эту вот свою судьбу, свою как бы принадлежность к культуре, которая все равно тебя выведет в буржуазный брак, в семью и в уют, да? Вот они хотят этому хотя бы так противостоять. И поэтому они, конечно, нигилисты. Но нигилист в смысле Ницше, в смысле как бы ситуации, которую я пытался описать, это не последний человек, а это сверхчеловек, вот в техническом смысле слова сверхчеловек. То есть это тот, кто выбирает вечность как момент настоящего, где ему нужно принимать решение. Вот вечность — это мгновение, но мгновение настоящего, где тебе нужно принять решение. Где ты должен сам сделать ситуацию своей жизни, да, выбрать ситуацию своей жизни. Вот. Поэтому да, он нигилист. Большое спасибо, Александр. Если у кого-то еще остались вопросы, к сожалению, у нас жесткий тайм, простите. Я думаю, Александр согласится поговорить с вами после лекции.